Я постараюсь вам сейчас показать, что я чувствую, когда я выхожу на арену. Я хотел бойцов начать снять. Адам всех убьет. Да? Там никого не пустят. А я болельщиков, Рабином чихрам, болельщиков, не стяги. Какая учи? Кофе, чек заштесай. Да, Америка тоже, почему болельщики? Да. Как вам таджикская аудитория? Или бедор, когда на горе, если надо бедор, когда любой зуб шаме за нами. Немножко поближе. Там тайфун, да, ай, ближе, не знаю, что. Да, ты тасытал, кто там зашел. Отвечай сам. Ты его не жди, ты первый работал. Вот так, руки на место. Дадили чай взять? Да, еще нормально. Вот так. Ох, нормально. Шутка. Ну, как бы было, руки держим. Вот эта атмосфера, которая сейчас, она непередаваема. Я постараюсь вам сейчас показать, что я чувствую, когда я выхожу на арену. Просто почувствуйте вместе со мной. О, машалло! Алейкум ассало! Хоч корей? Бапеш! Чекайте, бачо! Таджикистан? Бапеш! Красавц! Александр. Мамик, говорю, а я болельщик, рабином чихрам болельщик, не стяги. Дома чай. Чего умади? Болельщики. Красавчик. Отпет своей родины. Чихрам родной. Не стяги, могу сказать, болельщик, потом салон кину. Тоджики ака. Стяги. Успел, когда билет бьете, но хрена? Динда, больше, бачо. Сразу два забил тогда, хорошо? Да. Смотри, значит, этот... Снимать везде, кроме рингсайда. Рингсайда не снимать. Туда вот не заходить. Блин, я хотел... Трансляция идет. Я хотел бойцов начать снять. Адам всех убьет. Да? Там никого не пустят. Они прошли... Потом, смотри, вот здесь будет уход под трибунный. Ага. Туда ты проходишь по браслетам, после боя из медкабинета он выходит, а там прислон стоит. То есть он как бой заканчивается, хорошо. Он уходит, и тебя туда уже тоже пропустят. Хорошо. Ты там следующий. 5 часов. Как будет? Голодный, да? А, чем было? Голодный на боев, да? Шалла. Ахатыри. Нам хорошо надо. А это команда. Исна. Мама. Рук сними, лоб. Так правильно ты делал. Вот так и идти. Смотрел, хлеб варишь, да? Потом потом отделим. Да, хлеб варишь. Так
Выходи. Кофе, чек дашь тебе? Верю, да, да. Баду, я уже достал бабу. Потом помнишь, да? Мама, да, Сяшка. Я вот дома ее в тем. Мухаммад. Чихай, брат. Салам алейкум. Кай умади? Дина. Машаллах. Машаллах, умади бич башуя дазгири. Хелла. Протар меша дилишан. Машаллах. Везде его упор, опять же. И смотри за парнем, всегда ударный сердце подтягивай его, чтобы не было места для маневров твоих комбинаций. Да, по одному удару подтягивай. چکار باشه؟ نیستی اگه؟ خوب نیستی اگه؟ مالی چو آمده نیجا؟ ماشاءالله خان تو نتانه تاجیکستان بافیش ماشاءالله دوکنه دوکنه باشه دوکنه حالا چی؟ Мама. Мама, да, Америка тоже почти болельщики мекан. Песой ума да Америка. Да. А где она сама? Не, твои дорожала. Мат, да, мама, там же опять тахани, да, уже Как дела? Что за контора? Ахмат Таджикистан. Валикум салам. Балпеш. А ты откуда? А? Ты откуда? Я с Алматы, из Казахстана. Алга тогда теперь. Казахи будут сегодня? Кичигин. Ох, да, Кичигин. Это бомба была. Этот бой я до конца останусь посмотреть. Это мощный бой. Давай, брат. Ссылка, как там надо будет узнать, как у вас там. Да. Ссылки на вас, как там. Да. Я не знаю, где будет ссылка на самом деле. Передай братьям казахам, алла Казахстан. Давай, брат. Алексал. Как вообще настроение? Где твоя мама? Мама не приедет. Гриша, брат мой старший. Да. Мама будет смотреть вообще бой? Да, будет смотреть. Будет смотреть, да. Да, Витя будет слушать, все будет смотреть. Все, красавчик, брат, давай. Самое главное, поддержка у меня там, в Казахстане. Да. Моя жена, мои дети. Красавчик, Навигарию зуру, а еще раз нажимаю, что фан, и все.
Мова сахар. Сахар не варит. Io puntuale a Roma, sai, c'è qualcosa? Roma, io amo puntuale Liga mia. Cosa si chiama? Cosa come si chiama? Cosa si chiama? Таджикская аудитория. Что вы хотели сказать им? Аудитория. Да, вот они сзади вас сидят. Отличная аудитория. Пусть никогда их нокаут не ослабевает. Спасибо большое. Пусть они всегда болеют за своих бойцов и за бои. Да. Пусть всегда будут. Я от лица таджикской аудитории хочу сказать вам спасибо за поддержку вашу. Спасибо. Давай, давай. Больше, больше. Набирай, набирай. Уже все, работаем.
Все впереди у тебя, не переживай. Спасибо за вашу поддержку. Вот, спасибо. Правильно, вот что гибет. Я был достал, стали болельщику бардо, достали болельщику бардо, стали болельщику. Характер чужикора не создан. А на бичиз мода да кура. Характер. Помните, когда характер не шалил, у кого сюда? Нам сюда или прям? Чистка всяка. Хелом. А на ира бедор когда на гори, сагра да бедор, крикун любой зуч на меня не бедор. Хелом, а как бромадана дига одам боди, дромадана дига одам боди, бромадана дига одам чисти. Машалла. Мы бы сплоченные больше мардако. Я джу, я больше мама каса боя. Можно файл, да? Конечно, он. Да, конечно. Немножко поближе. Угу. Казалось в некоторых моментах, что ты в разы физически превосходишь своего оппонента, то есть он тебя бьет, у тебя руки собраны, а в целом тебя не пошатывало ничего. Почувствовал какую-то опасность, угрозу от него? Да, один раз попал, но мне очень это тяжело попал, но нормально. А прикрытым снизу достали. Ну, он все выдерживал, остальные удары все они на блок пошли. Ну, я ему прижимал, чтобы давить. Попадать, точка, точно попадали. Да. После поражения сейчас вернулся, но предыдущий бой против Турала Рагимова прошел, скажем так, кость в кость. Ну, да, это в этом бою. Есть ли у тебя желание провести реванш с Уралом? Да, очень хочу закрыть эту... Я с ним бьюсь с реваншем. Ну, я не готов был, я принял бой. Ну, не было другого шанса с тобой, чтобы отказать. Я все равно сдался. Ну, иншаллах, я хочу эту точку поставить с Уралом. И заключительный вопрос. У тебя сегодня такая ответственность. Ты открывал сегодняшний турнир. И просто сумасшедшая поддержка. Очень много болельщиков из Таджикистана. Тебя очень шумно поддерживали. Может быть, есть пара слов для них? Я хочу поблагодарить всех, кто приехал, всех, кто смотрит. Ждал этот бой. Спасибо огромное вам. Эй, Мардак бур чиз кадеси? Мардак бур. Машаллах. Аллахум атани гафти дратна. Машаллах. Аллахум Я не знаю, что это такое.
телефона. Настя, купи телефон и фотографии. Вам тоже удачи, братья, вам тоже удачи. Заходи, смотри. Папа, не хватает, ты кто-то попал.